Итак, всем привет. Как снять корпус бокового зеркала Мерседеса? Ну, нужно будет сначала немножечко оттянуть вот эту вот пружину вот здесь. Она довольно мощная и трудно так оттягивать с неким усилием. Оттянем что-нибудь сюда, зафиксируем, берем отвертку вот такую вот. И вот здесь вот в корпусе внутри есть такая маленькая защелка, прищепка. Ее нужно будет отвертку сейчас оттянуть в сторону, и после этого можно будет снять корпус. Значит, защелочка эта находится вот здесь, вот она, наверное, будет видно. То есть проталкиваем туда отверточку тоненькую, и вот она, защелка. Наверное, вот так будет видно. Вот она. Вот защелка. Ее вот так сейчас мы ее оттягиваем. Вот она щелкнула. Чикс отошла. Вон она. Вот как раз видно. И вот она. Вот она. Все, теперь можно снять корпус. Берем вот так. Корпусе самого зеркала вот сюда. А вот она, сама защелка, вот она. Вот ась. В этом положении она закрытая. Корпус не снимется. А когда снимаем, нам нужно ее вот так отщелкнуть, да? Вот так вот мы ее отщелкиваем, когда снимаем. Так, ее вот так, в этом положении вот так фиксируем. Собирается тоже легко, не сложно. То есть берем зеркало вот так, зеркало наставим, так намечаем, продеваем, одеваем в корпус, попадаем в направляющие и защелкиваем. Должен быть щелчок. Щелчок хрустнул, щелкнул, защелка закрылась. Корпус все установил. Ну и для фиксации отверточка еще раз. Проверим защелку, что она действительно защелкнулась. Но в этом случае защелкнулась. Корпус одет. Теперь можно устанавливать. Давайте поставим. Значит, продеваем провода, заводим их, завели. Зеркало крепится на три шурупа, вот такие вот шурупы. Наживляем. Первый шуруп, второй. Шурупы под торс. Вот такой ключик. И закручиваем. В принципе, ничего сложного нету, главное просто попасть, наметить. Ну, теперь с этой стороны оттянули, чтобы было удобно закручивать, и дотянем шурупчики.
зеркало стоит на месте. Вот так вот, таким образом разбираются, собираются лопухи от Мерседеса и потом прикручивается на три шурупа. Все, зеркало стоит, все в сборе. На этом все. Подписывайтесь на мой канал. До новых видеороликов, и сборка Мерседеса продолжается.